Всем привет, с вами Качизи, и сегодня я вас научу давать идеальный прокат на инвокера. Все, что нам для этого понадобится, после поднятия ветра персонажей, нажать вот эту вот фразочку, подождать, пока она закончится, и уже нажать непосредственно метеор, после этого бласт и дать катаклизм. И все у нас после этого стоит 100 случаев, пройдет идеально, показываю, как это работает. Как видите, я сделал рэмпейдж, а это значит что? Правильно, стратегия рабочая, пользуйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и говорите, на кого мне еще снять гайд. Всем пока, идите нахуй.